И всем привет, с вами снова Пёс, и на этот раз я выбрал игру под названием Inside. Но перед началом ролика, да-да-да, ты поставь лайк и досмотри его до конца, там будет очень важная информация. Итак, приступим. На первом уровне у меня возникает только одно ощущение. Чё это, блядь? Всё тихо и чётко, по стелсу. Ай, блядь, бежим! Fuck you, bitch! Я! Отъебитесь от меня! Стрелять цыплятами? Серьёзно? Ёбаный свиньи, черви проклятся. Фу, блять, фу нахуй, что это за пиздец? Ребята, я же свой, советский. Беги, сука, беги! Пиздец! Да сжечь к хуям эту ведьму! Я Да хуй тебе. Я акула, ту-ру-ру-ру-ру, я акула, ту-ру-ру-ру-ру. Да ты заебал. Ёбаный пиздец. Не хочу смотреть, фу. Уберите нахуй. Ну и так, собственно, моя оценка игре. Но перед ней вам стоит знать, что я сидел и в голове крутил только... What? What the fuck? Ну а так, в принципе, игре можно поставить 8 из 10. Почему 8? Ну, для меня много нелогичностей. Сюжет, так сказать, скрытый, нужно очень много гуглить. Но если вам нравится решать трудные задачи, и вы очень логично думаете, то, собственно, эта игра для вас. Ну а теперь, собственно, информация. Чтобы не мусолить, я скажу кратко. Видео будет выпускаться 1-2 раза в неделю. Довольно редко, но оставшееся время я трачу на изучение программ и прохождение игр, также на учебу. Ну и конечно... Эх, вот бы всю жизнь ничего не делать, жрать и спать, как коробка. Надеюсь, вы меня поймете. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик. Я думаю, ты знаешь, для чего он. Предлагайте свои идеи, ну, кроме хорроров. Вы ведь не хотите на протяжении всего видео слушать это. Всем удачи, до скорых встреч, пока!